Мы рады приветствовать вас в научном кафе «Эврика». Это совместный проект общественного фонда «Академгородок» и арт-клуба «Никуда». И начинаем мы по нашей доброй традиции с Николая Николаевича Покровского, директора Института науки и техники «Саран». Алло, все меня слышат? Музей науки и техники называется организация, которую я представляю, точнее, Народный музей. Я о нем не раз рассказывал в этой аудитории. Кстати, всех приветствую на новой нашей встрече сегодня. Так, вот так, наверное, лучше. Скажу только, что все, кто хочет поучаствовать в процессе создания, формирования, строительства этого музея, добро пожаловать к нам. Наш музей формируется сейчас на базе Музея науки и техники, находящегося вот тут, во дворе этого замечательного «Никуда», буквально в садике по адресу Детский, 15. Сегодня нам расскажут об истории Академгородка, научно-историческая встреча. И мы, как работающие на разогреве, решили тоже начать с исторических страниц Академгородка. Вот такая фотография. Начнем сегодня с фотографии. Конечно, она не всем видна, но можно будет подходить и смотреть. Как говорили в 60-е, в период расцвета Академгородка, в период романтизма, мы живем по колено в детях. И вот эта фотография, как нельзя лучше, на мой взгляд, иллюстрирует эту фразу. Хотя тут всего лишь две колясочки, но стоят они, по нашему мнению, точно сказать не могу, но мы думаем, что это фотографии Рашида Ибрагимовича Ахмерова, сделанные им где-то в первой половине 60-х. И находятся эти дома по улице Правды, где располагалась детская кухня, если вы помните. И вот эти колясочки, наверное, приехали туда. Хотя, может быть, это и просто наша легенда. Дело в том, что вот эта коляска справа, вполне возможно, живьем вот представлена здесь у нас сегодня. Это тоже наша версия, но вполне возможно, потому что эта коляска пришла к нам именно с улицы Правды несколько лет назад. Собственно, истории никакой нет сегодня особенной. Однажды к нам в музей пришла милая молодая мама по имени Тамара. Фамилию я забыл, правда, она у меня записана в каталоге, а сейчас я ее забыл срочно. Эта милая Тамара шла в сопровождении большого количества детишек, как оказалось, ее и еще каких-то соседских, и сказала, что вот у нее есть коляска, в которой возили еще ее маму здесь, в Академгородке, но потом ее, разумеется, ее братьев и сестер, и вот эту всю ватагу тоже. Это вот большая часть их ее детей была. Ну и что я теперь, говорит, уже, наверное, рожать больше не буду, поэтому... Но когда эти вырастут, ну, коляска совсем истлеет, поэтому мы передадим ее вам. Итак, у нас появился вот этот предмет. Когда мы стали его экспонировать, то я с удивлением обнаружил, хотя это вполне естественно, что мало кто из посетителей знает, что это такое вообще. Кто-то сказал, что это часть от холодильника. Ну, с автомобилем сравнивают ее, потому что 50-е, 60-е годы действительно автомобильная тематика была на слуху, и вот очень похожа эта коляска на какой-то автомобиль. Но мне стало немножко грустно, потому что я хорошо помню, как в конце 50-х я сам катал, ну, я в такой не ездил, когда я был маленький, их еще не было. А я хорошо помню, как я катал в такой коляске своего младшего брата еще в Москве в конце 50-х в районе, который теперь называется Лефортово. Ну вот, а теперь даже не знают, что это коляска. На этом все на сегодня. Слушайте наших лекторов, смотрите на коляску и думайте о быстротечности времени. Спасибо, Николай Николаевич. Самым удивительным жильцом, и я тут, может быть, буду субъективен, но лучшего примера не нахожу, самым удивительным жильцом
был поселившийся на улице Жемчужной в Академгородке физик-теоретик профессор Юрий Борисович Румер. Прямо в подвале его дома располагалась еще при жизни лаборатория теоретической физики, созданная специально под него. По утрам он поразу глядывал туда прямо в домашней одежде и в тапочках, порой с мусорным ведром в руках. Румер был легендарной личностью. Единственный из отечественных ученых, он удостоился похвалы самого Эйнштейна. Лично знал его и множество других крупнейших ученых Запада. 2,5 года проработал у Макса Борна. В юности общался с Маяковским и дружил с Лилией Брик. Осип Брик был его двоюродным братом. Он был другом Ландау и написал в соавторстве с ним книжку. Был арестован с ним в один день и провел в шарашке... Он прочитал в шарашке физику сокамернику венгру, университетский курс физики и математики на венгерском. Это воспоминание одного из старожилов Академгородка, а мы хотим пригласить сюда дочь. Да, выходите. Я вас потеряла. Это Татьяна Юрьевна Михайлова, дочь великого физика. Каково это быть дочерью великого человека? Нет, и жить под синюю фамилию? Нет, это все не так. Это, конечно, не просто, но все это не так. В подобной ситуации отец говорил примерно: страшная тайна твоего рождения раскрыта или еще нет? Ну, я старалась, чтобы нет. Насчет дочери великого физика мне бы не хотелось об этом говорить. Так, друзья, ну, я, наверное, попробую потихонечку начать. Во-первых, я хочу поблагодарить вас, что вы пришли, что вам почему-то это интересно. Я хочу сказать, что жизнь каждого человека – это эксперимент без контроля. Вы люди, которые вообще склонны к некоторому такому научному, наверное, творчеству, научному познанию мира, должны понимать, что если перед вами стоят непростые какие-то вопросы, то эксперимент – самая лучшая форма ответить на них. Ну и представьте, что вам нужно ответить на вопрос, обладает ли человек внутренней свободой, и можно ли эту свободу сохранить в условиях несвободных внешних обстоятельствах. Я хочу, чтобы вы не торопились отвечать, потому что сегодня в России есть люди, которые отвечают на эти вопросы просто в полевых условиях. Можно ли, так сказать, отказаться от теории, которая долгие годы составляла основу твоей жизни, и при этом не сделаться несчастным? Можно ли посвятить всю жизнь науке? Стоит ли она того? И так далее. И представьте себе, чтобы ответить на эти вопросы, у вас один эксперимент, ваша собственная жизнь. И поэтому, наверное, нам интересно как-то познакомиться с какой-то другой жизнью, узнать, как человек отвечал на эти вопросы. Я, конечно, сейчас попробую немножко рассказать о биографии, и нам поможет здесь такой слайд-фильм, но мне бы не хотелось, чтобы вот такая формальная... калейдоскоп таких фантастических событий жизни Юрия Борисовича помешал нам задуматься над теми вопросами, которые я поставила. Ну, попробуем просто познакомиться с его жизнью. Итак, значит, Юрий Борисович родился 28 апреля 1901 года. Ровесник века. И век, конечно, прогрохотал по его судьбе всеми своими колесами. Родился, ну, может быть, можно слайд первый. Родился он в семье такого богатого достаточно московского купца Бориса Ефимовича Румера и Анны Юрьевны Сигаловой. Он был 4-м ребенком в семье, у него было еще 2 старших брата и сестра. Старший брат, следующий слайд, старший брат – это Осип. Если вы поклонники Омара Хайяма, то вы знаете переводы Осипа Румера. Средний брат Исидор был философом и переводчиком с древних языков. В его биографии был один момент, который не позволил бы ему пережить репрессии 1937 года. Он был одно время литературным референтом Троцкого. И где и когда он погиб, семья так до сих пор и не знает. И Лизочка, которая всю жизнь проработала библиотекарем. Старшие дети занимались, так сказать, таким вот литературным трудом и творчеством. А младшему... Дедушка все-таки, так сказать, хотел, чтобы он занимался чем-то более прикладным. И мечта Бориса Ефимовича была, чтобы Юра стал инженером. Поэтому он поступил в реальное училище. В 17 году оказался в Петрограде. Поступил в Петроградский университет на физмат.
В 18-м перевелся в Московский университет. Потом была служба в армии. Он говорил, что единственное, что в своей жизни он не смог освоить, это строевую подготовку. И его отправили, можно следующий слайд, его отправили, вот это он, ученик реального училища, его отправили Академию Генштаба, где он изучал восточные языки. Все румара были очень способны к языкам. И многочисленные легенды из той поры, как он перевозил оружие в Ирак и так далее. Но вот Ирина Александровна, наверное, скажет, как трудно было разобраться в мифотворчестве, которое сопровождает его жизнь. Закончив университет, проработав несколько лет статистиком в гастрахе и преподавателем на различных курсах, он отправился продолжать свое образование в Германию. И там в 1929 году оказался у Макса Борна. Он заявился туда со всей самонадеянностью юности, привезя работу по шестимерной теории относительности, и был уверен, что он, как сам говорил, я думал, что я черт знает, как способен. Вот можно следующую фотографию. Это вот рядовой Красной Армии, следующую. Это работа статистиком в гастрахе, какие-то рафака на рафаке, следующую. И это Геттинген. Мне бы очень хотелось, чтобы вы прочитали геттингенские рассказы Румара. Они есть в книге, о которой сегодня будет идти речь. Там есть и достоинства, и недостатки, потому что там была попытка перенести на бумагу его такую очень красочную речь. И это там чувствуется. Тот, кто его знал и помнил, такие вкусные, такие сочные выражения, когда он говорит, что он не просто пошел к Эйнштейну, что он поперся к Эйнштейну. Значит, дальше... В Геттингене, так сказать, конечно, вот следующая фотография, следующий сайт, это тоже, это он молодой вот человек в Геттингене, это знаменитая хохма Борна, где лягушка прыгает в воду, когда нужно привлечь внимание студента. Дальше. Это те люди, которые оказались с ним рядом в ту пору. Кто-то стал его близким другом, например, Виктор Вайскоп, это близкий друг на всю жизнь. Кто-то стал соавтором. В 1932 году отцу пришлось уехать из Германии. Следующий, пожалуйста, слайд. Это, так сказать, отрывок из переписки Борна с Эйнштейном. Некоторое время назад здесь появился молодой русский, шестимерной теории относительности. Он знает подробно математическую литературу о Риммановой геометрии вплоть до современности и мог бы быть для тебя идеальным ассистентом. Когда отец рассказывал об этой встрече с Эйнштейном, он всегда говорил так, что я не понял, что я мог стать ассистентом величайшего, так сказать, физика. А потом, после некоторой паузы, говорил, а мне этого не очень хотелось. Я, говорит, не верил в единую теорию поля, и мне казалось, что Эйнштейн занимается совершеннейшей чушью. Дальше, пожалуйста. Итак, значит, вот в Германии гремят марши, по улицам маршируют уже чернорубашечники. Он возвращается в Москву, где, конечно, гремят свои очень похожие марши. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, он возвращается в Москву, и из тоже его автобиографии, по рекомендации Борна, Эйнштейна и Шрёдингера, становится профессором Московского университета. Интересно, что позже, в годы ссылки, он писал своей подруге примерно об этом времени так. В те годы, когда я был твоим профессором, профессором одним из самых молодых, ему было 32 года, профессор Московского университета, и он говорит, что это годы бесславного прозябания. Тогда же он получает по совокупности работ диплом доктора наук за номером номер один при реорганизации Академии наук. Тогда же начинается бурное плодотворное сотрудничество с Ландау и близкая дружба с Ландау. Пожалуйста, следующий кадр. Интересно, это их последняя работа, и вы можете обратить внимание, что она выходит в свет в мае 1938 года. Авторы уже месяц как сидят. Их арестовали в один день, 28 апреля, в день рождения Юрия Борисовича. Было предъявлено обвинение в создании антисоветской листовки. И следующий, пожалуйста, слайд. И вот это вот антисоветская группа Ландау, три фигуранта: Ландау, Горец и Румар. Ландау благодаря умному заступничеству Капицы через год удалось спасти, а Румара сидел 10 лет в тюрьме и еще 5 лет в ссылке. Сейчас следующий кадр.
Все последующие 10 лет лишения свободы я проработал в качестве специалиста 4-го спецотдела НКВД в авиационной промышленности, возглавляя работы по обеспечению вибропрочности самолетов и моторов. Я хочу сказать, что, наверное, рабы на галерах, они более свободны, потому что они могут думать о своем. Отец должен был думать о флаттере, шимме. Рабочий день продолжался по 12 часов. И, как это ни странно, ему удалось сделать хорошие работы в заключении, связанные с вибрацией, шимми, флаттером. Эти работы не были, конечно, опубликованы уже после периода реабилитации, когда была попытка восстановить что-то. Он пишет в письме, что я, к сожалению, не помню номер своего штампика, которым отмечались работы. Поэтому восстановить авторство я не могу. И заранее, так сказать, если мои воспоминания не совпадают с воспоминаниями моих сокамерников, заранее отказываюсь от всяких приоритетов. Пожалуйста, следующий. Да, это те люди, которые оказались с отцом в тюрьме. Это любимая папина фраза. Главное не за что сидеть, и даже не сколько сидеть, а главное с кем сидеть. Но в любом случае решетка Изинга предпочтительнее тюремной. Бартини, человек легендарный совершенно. Тоже, так сказать, это кто-то, Королев, который был действительно близким другом. В нашей семье есть подаренная Королевым кусок космического корабля «Восток-1», который Королев ножницами отстриг и подарил папе, когда какая-то состоялась их встреча. Дальше, пожалуйста. Это уже появляется моя мама. Она отправилась за отцом в ссылку, провела 5 лет очень тяжелых в ссылке с ним. Ну и как отец всегда говорил, что она его, конечно, спасла. Дальше, пожалуйста. Теперь, значит, вот здесь вот появляется книга «Исследование по пятиоптике». Я не физик и боюсь говорить о сути теоретической вот этой его работы. Я просто знаю, что эта книга для меня лично, я ни на чем не настаиваю. Когда меня спрашивают, например, мои студенты, что, так сказать, действительно ли там есть что-то, так сказать, стоящее, настоящая физика, открытие, я говорю, что я не знаю. Для меня эта книга, эта работа, это пример колоссальной победы духа над обстоятельствами. Отказавшись в юности от этих идей, оказавшись в заключении, не имея работы, не имея возможности с кем-то говорить, отец возвращается к идеям единой теории поля и создает теорию, к которой он относился просто необыкновенно серьезно. Она занимала огромное место в его жизни. Такое место, что я думаю, что не может научная теория занимать такое место. Необыкновенно меня трогают, например, вот он пишет из ссылки Ландау на первом оттиске пятиоптики слова «Тебе, но голос фербантиста достигнет слуха твоего, поймешь ли ты душою чистой стремление духа моего». Ну, это, не знаю, может ли научная теория вот такую роль играть для отца, это было просто спасением. И очень часто он потом называл себя пятиоптический, он мог быть пятиоптическим доброжелателем. Вот эта пятиоптика – это такой некоторый код в его жизни. Пожалуйста, дальше. Это недолгое время, когда отец был директором института электроники. Сам он относился к этому с большим юмором. Это цитата тоже из его воспоминаний учеников, когда Ромар был бюрократом. Он был никуда не годным директором и признавал это сам. Дальше. Очень много сил, времени, души было отдано, конечно, нашему университету. Отец очень любил сам процесс преподавания, очень любил своих учеников и студентов, удивительно трогательно и серьезно к ним относился. И вообще вот этот вот урок, когда с тобой на равных говорят, это может быть только в науке в настоящей. Дальше, пожалуйста. Я убедился на своем опыте, что внешние обстоятельства, как бы тяжелые они ни были, сравнительно мало влияют на мироощущение.
мой тернистый путь не сделал меня несчастным. Это удивительно, что в какой-то момент, отказавшись от пятиоптики, понимая, что, так сказать, она... Он говорил по этому поводу так: «Я создал красивую теорию, я создал очень красивую теорию, но Господь Бог сделал мир по-другому». И отказавшись от своей теории, отказавшись от своего такого детища пятиоптикой, он не сделался несчастным. И не сделал несчастным свою семью, своих друзей. Мне кажется, что это серьезный урок. Дальше, пожалуйста. Значит, я уже говорила, что его судьба, эта фантастическая биография, породила страшно много легенд и мифов. Если вы попробуете зайти в интернет, то вы можете там начитаться таких небылиц про Юрия Борисовича, что просто диву даешься. Ну вот тут вот из «Квантовских капустников» Румора я путал с Гамильтоном и сдавал последнему зачет. Это из тех же мифов. Дальше, пожалуйста. Это тоже, так сказать, это экзамен по статфизике. Там студент в углу, это Румор, который сдерживает своих распоясавшихся ассистентов. Дальше. «Наука на марше» со своим другом, соавтором Моисеем Самойловичем Рывкиным. Дальше. Это книга, которая была очень популярна. Два жулика уговаривают третьего, что за гривенник он может понять, что такое теория относительности. Эта книжка пролежала в столе у Лившица 25 лет. Они написали ее до ареста. И потом она, когда вышла, она была издана на всех языках. И отцу всегда было очень приятно ее подержать в руках. Он вообще любил и знал много языков. Это было всегда для него большой забавой. Дальше. Тут я попыталась сформулировать некоторые правила Румора. Нельзя сказать, что он чего в нем никогда не было, это не было менторства. И эти правила скорее, это моя попытка кратко сформулировать его жизненные принципы. Человек определяется дробью, в числителе которой стоит оценка, которую ему дают окружающие, а в знаменателе – оценка, которую он дает себе сам. Поэтому если вы услышите фразу, что у человека знаменатель стремительно стремится к бесконечности, вам будет понятно, о чем идет речь. Опасайтесь принципиальных людей. Страшные преступления совершались из принципа. Жизнь часто заставляет совершать не очень красивые поступки, но иногда тебе дается шанс быть приличным человеком. Тут главное его не упустить. Относитесь серьезно к окружающим и с юмором самому себе. У него было замечательное чувство юмора. Он ко всему относился серьезно, к другим и всегда очень насмешливо к себе. Не относитесь к себе как к стихийному бедствию. Чаще всего эта фраза обращена была ко мне. И читайте хорошие стихи. Это был так его один из основных принципов. Когда тут однажды мой студент заявил, что он собирается вступать в партию, я сказала ему, что нужно срочно начинать читать хорошие стихи, что, может быть, еще не поздно. Дальше. Дальше просто я хочу, чтобы вы пролистали эти фотографии. Здесь отец и его фразы из лекции. Тот, кто слышал его, эти фразы знакомы. Опыт должен решить. Создается трудное положение. Принцип относительности торжествует. Сделал собственноручно. Лектор он был замечательный. А это вам мама еще в детском саду должна была рассказать. Все, что угодно. Дальше. Старый бык учит молодых пахать. Это были не только студенты, это были и ассистенты. Причем всегда это было примерно так, что вот у меня мой ученик, он очень умный, он очень талантлив, он намного превосходит меня. Это обычная тирада. Дальше. Что касается меня, то я чувствую, что полностью оправдал свое жизненное назначение. И могу себя считать очень счастливым человеком, несмотря на некоторые неукладки в моей жизни. Вот это его, конечно, такое жизненное кредо. Он был счастливым человеком. Последнее. Это доска, которая находится на здании Первого физического института в Западной Сибири, Института радиофизики и электроники, где отец был директором. И эта доска есть в городе,
на нее можно взглянуть и посмотреть. Все, друзья, я рассказала. Если будут какие-то вопросы, да, я буду рада ответить. Спасибо большое. Давайте мы, наверное, сначала пригласим Ирину Александровну. Крайнева Ирина Александровна, историк, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Пожалуйста, мое видео поставьте. Слайды, да. Пока его нет. Пока его нет, я расскажу, что в Институте систем информатики уже 2 года осуществлялся проект по созданию открытого архива Сибирского отделения. Сюда мы собрали очень много интересных материалов, и в том числе архив Юрия Борисовича Румера. То, что показала Татьяна, то, что расскажу я, и то, что опубликовано в книжке, которая вышла о Румере, это не все, что есть. Вот самая полная версия содержится в открытом архиве. К концу года, я надеюсь, он будет у нас в открытом доступе. Я, как историк, конечно, была заворожена судьбою Юрия Борисовича. Пролистайте дальше. Вот краткую его биографию Татьяна уже рассказала, но здесь можно еще раз взглянуть на эту феерическую биографию. И, естественно, мне хотелось давно познакомиться с этим человеком, хотя бы уже вот через его родных. Узнала я о нем, к сожалению, в 85-м году, когда Юрий Борисович уже скончался. Я прочла «Некролог» и была поражена, что такие люди, которые, вот представляете, вот человек разговаривал с Эйнштейном. Если бы я была знакома с Юрием Борисовичем, то я была бы в одном рукопожатии от Эйнштейна. И меня это тогда уже, кстати, очень сильно завело. Но, к сожалению, вот это знакомство с семьей тогда ни к чему не привело, ничем не закончилось. И вот проходит практически 30 лет, и вдруг мне предлагают поработать с этим архивом и сделать книжку на его основе. Так оно и пошло. Следующий слайд, пожалуйста. Конечно, в первую очередь мы познакомились с тем архивом, который хранится у Татьяны дома. И когда стали сравнивать документы с какими-то фактами биографии, мы поняли, что, несмотря на его достаточную полноту, он все-таки не полный. И мы полезли в другие архивы. Вот список этих архивов, которые мы еще перелопатили, вы здесь видели. Ну, не только, конечно, работали историки, работали и члены семьи. Очень такая нелегкая задача выпала на долю брата Татьяны, Михаила, который первый познакомился с архивом ФСБ и копировал его, предоставил уже нам для работы. Здесь и архивы университетов, и архивы личных дел в университете нашем, и в ядерной физике. Внучки Юрия Борисовича, дети Татьяны, которые живут в Германии, они дошли до самого сына Макса Борна, Густава, и через него получили разрешение познакомиться и копировать переписку Юрия Борисовича и Макса Борна, которая у нас отчасти была представлена, но кое-чего не доставала. Вот они это добыли. И педантичные немцы сохранили даже карточку. Вот Юрий Борисович в Германию поначалу прибыл в Ольденбург, и там сохранилась карточка, по каким адресам он жил, какого числа приехал, какого числа перебрался в Геттинген. Все это вот известно благодаря этой вот самой последней строчке архива земли Нижняя Саксония. Следующий слайд. Все, что мы собрали, это научные труды, отзывы, деловая документация, судебно-следственное делопроизводство, источники личного происхождения, которые самые, конечно, потрясающие, изобразительные материалы и масса фотографий. Следующий слайд. Следующий слайд. А, да, вот. Значит, научные труды весьма обширные у Юрия Борисовича. Вот это 225 наименований различных книг и статей. И хронологические рамки публикации, посмотрите, они перетекают даже уже в наш век, 21-й. И круг научных проблем
тоже не совсем характерен для физика-теоретика. Он гораздо шире. Помимо теоретических каких-то изысканий теории относительности, волновой механики, теории электрона, квантовая химия, теория унитарной симметрии, оптика и теория света. И, ну, тут, по-моему, генетика никак не указана, но это вот еще одно такое направление. Следующий слайд. Как я уже сказала, самыми потрясающими для нас документами это были материалы из архивно-следственного дела, так оно сейчас называется. И вот сейчас вы видите эти потрясающие документы. Это ордер номер 2600 от 28 апреля 1938 года, на основе которого был произведен арест и обыск. И вот здесь и начинается интрига. Все биографы Юрия Борисовича и он сам говорят, ну, видимо, за ним повторяют, и вот и документ об этом говорит, что он арестован был 28 числа. Но из других документов, и вот это, кстати, фотографии из этого архивно-следственного дела, которая передана на хранение сыну. Она сейчас хранится, это маленькая на самом деле фотография, где-то 3 на 6. Следующий слайд. Вот эти документы уже датированы 27 апреля. Именно изъятие вещей произошло. И коронка желтого металла, ну понятно, да, была выдрана изо рта у арестованного. Некое противоречие, как человек арестован 28-го, а вещи у него уже изъяты 27-го. И 27-го же происходил обыск на арест. И некоторые документы подписаны 26 апреля. И вот здесь как раз рождается теория исторического исследования. Насколько оно может быть точно? Я, конечно, может быть, как историк не имею права говорить об этом, но тем не менее, история, к сожалению, порой строит свои заключения на очень шатком фундаменте. Документы, какими они бы ни были основательными, они пишутся людьми. Могут закрадываться ошибки, могут быть какие-то подтасовки. В этом иногда бывает очень сложно разобраться. Единственное, что мы можем сказать, что Юрий Борисович был действительно арестован. Арестован был в конце апреля 1938 года. Следующий слайд. Это приговор. Приговор был вынесен ему в 1940 году. В 1940 году. Что же происходило вот в течение того времени, с момента ареста до этого приговора? А происходило, на мой взгляд, следующее. Начиная с 30-х годов, то есть с самого начала 30-х годов, в СССР прошло ряд процессов, направленных непосредственно против научных коллективов, против гуманитариев, против биологов, против астрономов и других ученых. И подобный же процесс, на мой взгляд, громкий процесс, разоблачительный процесс, планировался против физиков, начиная с ареста Ландау, Румера и Корица. Почему этот процесс планировался? Потому что российское государство сторожилось над каждой социальной группой, над национальными какими-то подразделениями нашего общества, национальными группами, социальными группами, профессиональными группами. Ну, если вы знаете историю, то можете вспомнить, что ни одна из этих социальных и профессиональных страт не была обойдена вот этими громкими процессами. Процесс планировался, как мне кажется, и это следует из документов, а именно протоколов допроса, где называются практически все ведущие физики СССР того времени. Там Мандельштам, Блохинцев, Леонтович, Ландсберг, Хайкин, бывшие сотрудники УФТИ, Кориц, Лившиц, Померанчук, Шубников, Абриимов, в Ленинграде Фок, Френкель, иностранные участники этого процесса – Нигебауэр, Франк, Бор, Гайтлер, Пайлерс, Хотерманс, немцы, Вайскоп, австриец, Плачек, чех. И все были
названы Румером в следственном деле, как агенты некого объединения, и Гейзенберг выступал никем иным, как связным в этой группе. Кроме того, Румер показывал, что в Институте физических проблем его сообщник Ландау близко сошелся с академиками Капицей и Семеновым, которые критически были настроены к советской системе. Конечно, документы вот этого типа следственного дела, к ним нужно подходить очень осторожно. Никогда в своих рассказах о следствии, о заключении Румер не говорил ни о физическом принуждении, ни об издевательствах, хотя мы знаем, что из других источников, что это было санкционировано и разрешено следственным группам применять физическое воздействие к подследственным, добиваясь нужных показаний от них. И вот в воспоминаниях Юрия Борисовича нет-нет, это все-таки проскальзывало. Вот, например, Миша вспоминал. Воспоминания о пережитом унижении очень крепко въелось в отцовское сознание. Много позже в семейной обстановке иногда случалось, что наша собака начинала скулить возле входной двери. Если я и сестра не проявляли при этом должной поспешности, из кабинета появлялся разгневанный отец, и я, подозревая не без театральности, объявлял: «Каждое живое существо имеет неотъемлемое право сходить в туалет, когда ему хочется. И я, старый арестант, не позволю, чтобы в моем доме так издевались над животным. Я требую, чтобы собака на оправку выходилась регулярно». Наши вялые возражения во внимание уже не принимались. Я не могу слышать, как мучается животное. И почему же этот процесс не состоялся? Мне кажется, что все произошло потому, что в это время, а процесс, понятно, планировался как шпионский, что вот эта группа физиков шпионила в пользу Германии, чтобы подорвать отечественную физику, разрушить ее и все достижения отечественной физики передать противной стороне. Вы знаете, что в конце 1939 года, в конце лета 1939 года был заключен пакт Молотова-Риббентропа. И он, возможно, прикрыл наших физиков вот от полного разгрома, от ареста, от этого процесса. Другое основание у меня судить о том, что все-таки процесс планировался, это другие события, которые произошли уже позже, после Великой Отечественной войны, когда планировался не процесс, но идеологическая дискуссия с участием физиков. Нужно сказать, что теория относительности ведь была принята в СССР не всеми и не сразу. Была очень мощная подковерная и открытая борьба против сторонников теории относительности и ее противников. И они как раз во главе с философами советскими навязывали вот эту дискуссию. Если бы подобная дискуссия состоялась, а это, в принципе, равносильно вот такому процессу, то неизвестно, что бы было с нашей физикой. Но после войны наших физиков уже прикрыла другая сила. Прикрыл ядерный щит. Ну, как передают в воспоминаниях физики, может быть, это фольклор, может быть, это просто звучит так, вот как в абсолютных скобках Курчатов сказал. Либо мы готовимся к идеологической дискуссии, либо мы делаем ядерную бомбу, выбирайте. Ну и вот, так сказать, одно другое перевесило. Следующий, пожалуйста, слайд. Что там у нас? Угу. Это документ 55 года. Квитанция, которая хранится в деле, о том, что уже после реабилитации Юрия Борисовича, когда он написал в органы, что вот при аресте погибла его ценная, очень ценная библиотека, где книги на всех языках мира, по физике, учебники, где художественная литература очень ценная. Вы же знаете, что до поры до времени книги у нас были страшным дефицитом в стране. Ему прислали деньги в сумме 123 рубля, 40 копеек за реализованные ценности. Это за ту золотую коронку, коронку желтого металла, как там написано, и часы, которые у него забрали при аресте.
Есть еще квитанция, правда, в архиве у нас, где на обороте написано, сколько было накладных расходов. То есть вот из этой суммы вычли еще деньги за их пересылку адресату. Следующий слайд. Что там у нас? Ну, Таня уже рассказала, что Юрий Борисович 10 лет был в заключении. Поначалу он был отправлен в Болшево, там находился некий сборный пункт, куда направлялись люди с высшим образованием, инженеры, и из них затем вербовался контингент «Шарак». Юрий Борисович попал в самолетостроительное КБ, Туполевское КБ, которое поначалу было в Москве на улице Радио. Это здание сохранилось, там, к сожалению, сейчас офисы. И когда началась война, оно было эвакуировано в Москву. И вот на предыдущем слайде картинка. Было там два таких зэка в теплой одежде, в валенках, идут по заснеженным улицам. Это Омская, омский рисунок. И КБ было эвакуировано в Куломзе под Омском. Оно там находилось примерно до конца 44-го года. Затем Юрия Борисовича перевели в Таганрог, в КБ Бартини. Вот там он познакомился с Ольгой Кузьминишной, и ее не смутила 20-летняя разница в возрасте. И вы знаете, честно говоря, я вот небольшой специалист по репрессированным ученым, но все равно как-то какие-то сведения на поверхности бывают. Я не знаю такой истории, когда бы молодая женщина уехала, черт знает куда, в Сибирь, да еще и за человеком, лишенных всех прав. То есть, когда его выпустили, он ведь еще 5 лет был поражен в правах. Но поначалу ему удалось устроиться в учительский институт в городе Енисейске Красноярского края. Но там он проработал недолго. Началась уже кампания, так сказать, чистки контингента в вузах, на предприятиях. И тем более человек, имевший судимость такую мощную, 10 лет за шпионскую деятельность, не мог преподавать студентам физику, хотя преподавателем он был прекрасным и тут же сразу наладил научную работу. Некоторые преподаватели под его руководством опубликовали несколько статей в научных журналах. Нет, он был лишен работы, остался без работы, следовательно, без средств к существованию. И вот почему здесь вот эта фотография Льва Давидовича Ландау, потому что физики московские почти 2,5 года собирали деньги и посылали Юрию Борисовичу, чтобы он мог существовать. В 49-м году, только он вышел из заключения, вышла его первая работа по пятиоптике, уже была опубликована в физических журналах. То есть публиковаться ему все-таки позволили. И вот эта трогательная дружба, о ней сегодня, возможно, ниже еще будем говорить. Следующий слайд, я вот уже не помню, есть там что-то или нет. Ну, нет, все. Все картинки закончились. В общем, вы знаете, вот когда сталкиваешься с биографиями, с персональными историями таких людей, как Румер, невольно проецируешь их на какие-то свои проблемы. И они, конечно, может быть, они серьезные, они сложные, но все равно кажутся мелкими и ничтожными по сравнению с тем, что переживали люди, что переживали наши ученые, которых, как казалось бы, должна ценить наша страна, наша Родина, ради которой они были готовы на многое, пожертвовать многим. Но тем не менее, к сожалению, я не знала Юрия Борисовича, я читала только его какие-то записки, воспоминания, насколько это здравые рассуждения, насколько это мудрые мысли. И я буду очень рада, если вы познакомитесь с книгой о нем. Мы ее обязательно выложим в общий доступ в интернете.
потому что тираж был очень небольшой, всего 300 экземпляров, и он практически уже разошелся. Конечно, мы старались, чтобы в первую очередь специалистам попала эта книга. Ну, вот такая наша. Живьем она вот у Александра, да, в руках. Она получилась толстая, 600 страниц, могла быть еще толще. Спасибо. Желающие могут полистать книжку. Вон она лежит на столике. Ну и мы переходим, наверное, к вопросам, к нашим гостям, если есть таковые в зале. У меня вопрос последнему докладчику. В общем, в чем заключалось, я вот не совсем понимаю, в чем заключалось противоречие между советской идеологией и, вот вы говорили, общей теорией относительности? Ну, философы, у них был такой коронный номер. Формальная теория, не соответствующая марксистско-ленинской трактовке мироздания. Все. А это просто конец любой теории. То есть теория не марксистская, не ленинская, никуда нас не зовет, не объясняет миропонимание. Просто понятно, что суждение основано на элементарном незнании каких-то физических законов, на вот том дуализме, который предложила теория относительности, квантовая теория. Можно поэтому мне добавить? Да. Я хочу сказать, что вот когда Юрию Борисовичу задавали какой-нибудь вопрос, то обычно следовал не ответ, друзья. Обычно следовала какая-нибудь байка. И вот по поводу, так сказать, этого вопроса, который прозвучал, я хочу рассказать историю, которая тоже не вошла в книгу, с воспоминаний одного человека, которая описывает дискуссию 52 года по пятиоптике. И там, значит, дискуссия заканчивается, выходит Румер в окружении там своих друзей, к нему подходит Лившиц и говорит: мы тебя с ДАУ 3 дня натаскивали, чтобы ты имя Эйнштейна не упоминал. Ты что вообще, зачем? Этого нельзя делать. У него покрывается лоб крупными каплями пота. И он говорит: как? Я сам все испортил. Я упомянул Эйнштейна. Я думаю, что эта история может служить ответом на поставленный вопрос. Ну, вы знаете, если вы покопаетесь в интернете, вы найдете... Татьяна Юрьевна, не уходите, садитесь на сцене. Вы найдете массу высказываний по поводу того, что теория относительности Эйнштейна — это самая большая мистификация 20 века. Еще один вопрос здесь. Да. Спасибо за доклад большое. У меня, к сожалению, 3 вопроса. Что ж вы не предупредили? Первый вопрос. Хотел ли Юрий Борисович вернуться в Германию? Вернуться в Германию? В какие годы? Каким образом? Ну, просто посетить Борна, Макса Борна. Его же он приглашал, насколько я помню. Конечно. Это на самом деле очень трогательно, когда в письме Борн пишет, что мы с женой живем в прекрасном местечке, и мы мечтаем, что когда-нибудь отворится дверь, и зайдете вы. Но дверь не отворилась. Румера не выпустили ни разу, никогда из России. Да. Куда бы его ни приглашали. В Венгрию, в Германию, да, даже Польшу. В Венгрию, не то, что там в Германию, о чем говорить. Да, у нас есть анкета, которую в архиве есть анкета, которую он заполнял на выезд за рубеж, но ему постоянно отказывали. Да. Я думаю, что вот эта судимость его, она была причиной для отказа. Да. И второй вопрос. Какие были отношения у Румера и Лаврентьева? Сложные. Они были в юности близкими друзьями, достаточно близкими. Они птенцы одного гнезда, знаменитая Лузитания. Они учились вместе. Когда городок только начинался в 61 году, я помню, как Михаил Алексеевич приезжал к нам, и они с отцом на таком вот козлике, который газик этот, приезжали сюда в городок, искали это место. Но потом, так сказать, это как-то отношения разладились. Отчасти потому, что Румер был совершенно никуда не годным директором. Ну, отчасти потому, что он был очень, я боюсь об этом говорить, но очень популярным.
Ну и как-то так вот, не совсем складным, не совсем удобным человеком. Читайте материалы, посвященные делу Лузина. Возможно, все началось оттуда. Ну, я хочу сказать, Лузина, что они да, травили в 1934 году, Лаврентьев был против Лузина, а Румер был, я думаю, на другой стороне берега. Может быть, это оттуда началось. Да, то есть дружбы уже, к сожалению, в последние годы не было. И последний вопрос. И первые тоже. Да, и последний вопрос. А где можно познакомиться с библиотекой Румера? Вот именно не с его работами, а именно с библиотекой. В книге просто описано, у него была очень большая библиотека. А так вот мы и говорим, что она пропала в недрах КГБ. По поводу библиотеки, так вот его племянник рассказывает, что когда, так сказать, узнали, что отца арестовали, поскольку понимали, что библиотека очень ценная, он бросился по адресу, там, так сказать, они жили тогда на Тверской, и когда он подбежал к дому, там во дворе стоял грузовик, а с третьего этажа эта ценная библиотека летела в кузов этого грузовика. После этого, так сказать, следы ее утрачены. Спасибо. Так что познакомиться негде. Страшные вещи вы рассказываете. Это наша... У меня вопрос к Татьяне. Это история наша. К Татьяне Юрьевне. Да. Значит, ну, собственно, цель визита вот моя, допустим, на эту лекцию, это приобщиться к некой вот судьбе человека. Да. Я посмотрел анонс этой лекции. У меня вопрос к вам, как к дочери вот Юрия Борисовича. Значит, такой небольшой пролог. Вот здесь в КУДе счет часто подают в таких книжечках, которые устарели, да, учебники различные и так далее. Вот когда смотришь иногда на авторство и представляешь за ними людей, которые это сделали, да, и вот на что человек потратил жизнь, на то, что в принципе уже не нужно, да. И поэтому вот я думаю, вопрос такой философского плана перед наукой, ну, перед людьми науки стоит всегда и очень часто, да. Вот ты потратил жизнь на что-то, а это устарело и потеряло актуальность для человечества, для эволюции, да. Вот как Юрий Борисович относился, потому что я посмотрел вот в тех материалах, которые вы нам показывали, некая удовлетворенность жизненным путем собственным у него была, да, то есть он отметил, да, что я доволен жизнью, несмотря ни на что, да, несмотря ни на тот вот масштаб мазков таких вот общения с Эйнштейном, да, и потом ГУЛАГ, это, то есть можно так разочароваться в человечестве и в жизни, тем не менее он был доволен. Вопрос поэтому такой простой. Простой, который хочется вам задать как дочери человека, который вот субъективное ваше восприятие, значит, какова цель по вашему жизни на Земле? Ну, конечно, очень трудный вопрос. Я думаю, что каждый человек в течение своей жизни ищет и пытается найти ответ на этот вопрос, безусловно. Я хочу сказать, что отец был человеком необыкновенно разносторонним. Вот сейчас мы можем, так сказать, если мы интересуемся чем-нибудь, то, что называется, загуглить, да, обратиться, так сказать, в Википедию, посмотреть. А его интересы были настолько разнообразны, что ему можно было задать любой вопрос. Можно было спросить, например, чем отличаются армянские монофизиты, в чем, так сказать, суть отличия религии. Можно было попросить его дать на французском языке текст Марсельезы, если это нужно тебе было в какой-то ситуации. То есть он очень был разносторонним. И друзья его были, это, так сказать, были и физики, и литераторы. И я думаю, что вот такая вот разносторонность отчасти, так сказать, отвечает на ваш вопрос. Если человек в своей жизни, так сказать, отдает все, так сказать, науке и не видит ничего вокруг, мне кажется, что он не может себя ощущать счастливым. Мне кажется, вот именно такая многосторонность, многогранность Румера и стала, так сказать, залогом того, что вот он не стал несчастным человеком. Он же отказался от пятиоптики, хотя это, так сказать, была огромная часть его жизни, огромная. Вот я об этом говорила. И мне кажется, что отказ от нее говорит нам больше, чем он, скажем, упирался. Была ли для него наука всем? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я могу ошибаться. Спасибо большое. Но именно наука помогла ему выстоять вот в эти тяжелые 10 лет. Ведь он не только работал, он еще и преподавал. Не одному венгру он прочел курс теоретической физики. Мы знаем массу людей, которые за решеткой учились у Румера теоретической физики. Вот история, о которой сейчас говорит Ира, она, конечно, очень трогательная. Где-то, наверное, в конце войны к ним в КБ попадает молодой мальчик такой, вот он
Татарин, да, Махмуд Бабаракшеевич Зарипов. Его взяли совсем, по-моему, с третьего курса, вот он студентом был. И он прошел страшные тайшетские лагеря и был сильно, вообще, так сказать, вообще надломлен. И он попадает в это КБ, и Юрий Борисович говорит: как, с какого курса вас взяли? С третьего, значит, вам осталось прослушать такие-то курсы. Завтра начинаем. Ну, так сказать, потом Махмуд говорил, что это его спасло. Наука? Я думаю, что не наука, а вот отношения. Вот он прослушал этот курс физики, там шарашки. Потом была и кандидатская, и докторская. Но это же не совсем наука, это что-то другое. Спасибо вам большое. Вот мне бы не хотелось, чтобы такая какая-то была бронзовастость вот такая в этом образе. Он был очень живой, очень ранимый на самом деле человек. И совсем не великий. Совсем. Еще вопросы есть, Даня? Вопросы? Как он относился к Богу и вот к потусторонним силам? Вот, принимал, не принимал? Или вот как вот? Трудный. Не нуждался в такой концепции? Трудный вопрос. Не осталось ли? Да, я хочу сказать следующее. Вот когда тут вот у Ирины Александровны был перечень тем, которым занимался Юрий Борисович, вот, она сказала, что вот туда не вошла генетика. То есть, так сказать, когда это, наверное, было в 70-х годах, отец сделал несколько работ по генетическому коду и страшно был увлечен. И вот уже по прошествии много лет один товарищ, познакомившись с этими работами Румара, а там просто какие-то закономерности фантастические. И он мне говорит: ну как, Румар, такой умный человек, открыв такие закономерности в генетическом коде, как он не сделал решающего шага? Я испуганно говорю: а какого решающего? Ну как какого? Существования Всевышнего на основе генетического кода. То есть, так сказать, ну вот, я помню, что какой-то такой вопрос один раз у нас возник. И отец примерно на это сказал так, что дело физика — открыть закономерности некоторые, зафиксировать закономерности. А вот, так сказать, что дальше, так сказать, это пускай будет дело философов. Единственную фразу, которую могу привести дословно, еще раз то, что он сказал по поводу пятиоптики. Он сказал: я сделал изумительной красоты теорию. Всевышний сделал мир по-другому. Так что вот насчет, так сказать, вот отношений с Богом, это вот не могу сказать. Не в активе это было, это совершенно точно. Микрофон, пожалуйста. А его увлечение литературой, искусством, да, философией, да, как-то оно влияло на его способ мышления? Помогало или наоборот носил разнобой какой-то? Ну вот насчет литературы, да, он читал очень много. Он очень любил поэзию. Но это, так сказать, было влияние старших братьев. Он очень здорово читал стихи. Я просто от многих физиков из академии слышала, что он необыкновенный был силы, что ли, полемист, и с ним всегда было интересно. То есть вот Кулаков или кто ли там, да, буквально десятки-десятки людей говорили, что интереснейший человек, то есть его пригласить, да, в любую компанию было. По поводу философских работ Румара, я тоже могу сказать, он написал не одну философскую работу. Это отчасти было связано с тем, что всю свою зарплату папа отдавал маме, а те гонорары, которые он получал за философские труды, это были его карманные расходы. Поэтому он с удовольствием писал философские статьи. Можно еще такой вопрос? А, допустим, ну вот к вам, как члену его семьи, может быть, к вам, как знакомому со многими документами, а он вот вообще выйдет там из ссылки, да, будучи восстановлен в правах, ну там 60-е годы, там оттепель, он когда-нибудь высказывал какое-либо свое отношение к стране, в которой вот так вот сложилась его судьба, или, может быть, как-то отдельно, не знаю, к власти в этой стране, или он разделял, не разделял, ну, в общем... Ну, он же не был сумасшедшим. Нет, я хочу сказать, что вот, значит, по этому поводу тоже, так сказать, вот в этой книге очень много интересных материалов, и в частности, там, значит, переписка Борна с Румаром. И Борн, так сказать, еще комментарии дает. И в частности, он пишет, что вот я получил письмо от Румара, где он не только вообще отстаивает
Нет, он не только не скорбит по поводу своей судьбы. Не только не скорбит по поводу своей судьбы, но он также отстаивает, так сказать, приоритет, так сказать, социалистического, вообще, так сказать, не просто хозяйствования, а, так сказать, и даже больше того, так сказать, приоритета так сказать, системы, да, системы и так далее. Да. И я хочу сказать комментарии Румара на этот счет. Он, значит, там еще такая фраза, что несмотря на то, что он провел в заполярных лагерях много лет, он не потерял веру, так сказать, и так далее. Папа по этому поводу говорил примерно так. Тот, кто знает, что я не был никогда в заполярных лагерях, поймет, что Борн ошибается не только в этом. Я хочу сказать, что мы с вами сейчас должны хорошо понимать, кому Румар писал письма. Вот вы будете когда читать, если эту книгу? Переписка необыкновенно интересная. Но нужно помнить, кому Румар пишет. Борну, да. И в то же время непосредственно тому, кто прочтет еще. Конечно. Поэтому. Вы вот знаете, это... да, конечно, нужно сказать, что он не был диссидентом. Нет, это но безусловно. Он и не был каким-то таким вот оголтелым сторонником, выкрикивающим лозунги за советскую власть. Но, тем не менее, он, я думаю, тоже не по своей воле. Мне кажется, что были некие силы, которые пытались с его помощью, используя его знакомство с Максом Борном, попытаться привлечь Борна на сторону движения «За мир», которое было развернуто в конце 50-х, в начале 60-х годов в СССР. Нечто, вот эта полемика как раз выросла отсюда. Борн написал, что он не хотел бы обсуждать преимущества одной системы над другой. Он хотел бы только иметь возможность свободно высказывать свое мнение. И более того, он написал, что если бы в свое время, в 30-е годы, Борн воспользовался приглашением Капицы и приехал в СССР, то он оказался бы в местах не столь отдаленных вместе с Румером за одной решеткой. После этого письма, это письмо, по-моему, было последним из их переписки, переписка просто прекратилась. Это было уже опасно для обоих. Ну вот по поводу, так сказать, вот тоже сейчас, конечно, нам сейчас вот интересно, как вот, так сказать, в той ситуации человек, так сказать, вообще себя ощущал. Конечно, некоторое такое двоемыслие в большей или меньшей степени присутствовало в любой жизни. И по поводу, так сказать, Румара тоже хочу, так сказать, анекдот, который рассказывают о нем его ученики. Мне кажется, что вот когда о человеке рассказывают анекдоты, рассказывают ученики анекдоты, то это состоявшийся человек. Поэтому еще один анекдот, который придумали ученики о Румаре. Анекдот такой, что, значит, вот говорилось в начале нашей лекции, что под Румаром в подвале была лаборатория. Она была на первом этаже, мы живем на третьем, и до сих пор там живем, а на первом действительно была лаборатория. И вот говорят, что начинается рабочий день, приходит Румар, извините, всех посылает. Одного, второго, мы ничего не можем понять. Что произошло с нашим любимым шефом? Заканчивается так. И только вечером мы узнали, что он вступил в партию. Анекдот, ну, конечно, анекдот, но очень ярко характеризующий, конечно, ту атмосферу, в которой они жили. Татьяна Юрьевна, но он действительно спускался вниз в халате и мог забежать с мусорным ведром? Да. А был ли у него халат? Нет, ну, халат нет, но он, так сказать, ну, конечно, там еще история из этих времен, что он очень с большим уважением относился к людям всегда и везде. То есть человек никогда, так сказать, если человек... Не могла идти речь о том, что одна ступень социальная, другая ступень социальная. И вот эти его ребята, его ученики, у них был мальчик откуда-то с южных республик, который приехал делать диссертацию, и была такая договоренность, что они ему диссертацию, а он им два раза в месяц фрукты из южной республики. И так это все очень хорошо существовало. Пока один раз, значит, этот мальчик утром не застал Румара с ведром в лаборатории, сказал, иди отсюда, сейчас здесь будут физикой заниматься. Ну, все, так сказать. Он сказал, что нет. Человек, который так относится к человеку с ведром, который достоин всякого уважения, не может быть в нашем коллективе.
Ну, вот, его и выперли. Спасибо вам большое. Да. Давайте поаплодируем нашим экспертам. Очаровательнейшим. А я хочу пригласить Александра Дубынина, куратора этой игры, чтобы он задал вопросы вам. Куратора чего? Куратора нашего проекта. Ага, понятно. Ты как будто не знаешь, чей ты куратор. Да, кто-то не знает. Я хочу вам прочитать такие небольшие, но это не анекдоты, это такие байки с вопросами. Да? И вопрос, на самом деле, к этим байкам, он один и тот же. О чем задумались эти физики? Все это связано с Юрием Борисовичем. И, собственно, ответы... И там есть как раз физический смысл, то есть нужно его разглядеть. И тот, кто разглядит физический смысл... Юля, ты дашь замечательные конфеты, правильно? Тот, кто разглядит. Да, вот они у нас есть. Есть микрофон. Всегда на раздаче конфет. Да. Итак, первый вопрос. Встретив Гейзенберга в шортах, Юрий Борисович сказал ему: «Вы одеты весьма неопределенно. Вроде бы в брюках, но в то же время и без них». Гейзенберг задумался и поспешил в Гельголанд. О чем тут идет речь? Ну, отвечайте, раз слишком просто. Вот-вот. Да? Видимо, принцип неопределенности Гейзенберга. А в чем его суть? Можете пояснить? Ну, значит, произведение, значит, дисперсии не меньше, ну, различных физических величин, характеризующих частичку, не меньше. Ну, или, хотя здесь, наверное, про другое, здесь, наверное, про суперпозицию. Так. А теперь человеческим языком будем тренироваться. Да. Ну, это означает, что... Ну, давайте ближе к электрону. Хорошо, вот электрон, пока он ни с чем не взаимодействует, пока мы его не меряем, он сам вроде как не знает, где он находится, какой у него импульс и так далее. То есть он находится в суперпозиции состояния. И когда мы померяем его импульс, он сколлапсирует. То есть, а пока нет, он имеет и такой-то импульс, и такой-то импульс. Ну вот, вроде так. Юля, ну, дай две конфетки, пожалуйста. Две? Ну, конечно. За то, что слов много знаешь, что ли? Нет, но он все правильно говорит. У меня же есть тот текст, который написал Антон Николенко, на самом деле хороший очень физик, мой друг. Мне тоже немножко пришлось повспоминать физику, но он, конечно, знает меня больше, чем я. Второй вопрос. Встретив Бора, Юрий Борисович сказал ему: «У вас с братом какая-то дополнительность. Вы это делаете из принципа?» Бор задумался. О чем задумался Бор? Он подумал, что надо позвонить брату. Есть варианты? Да, принцип дополнительности, правильно. Вот кто. Но в чем он заключается? Есть знатоки? Коварный Александр Дубынин. Ну, физика у нас сегодня, Алине, физика. Каких-то противоречивых координатах, ситуациях, и тогда подтверждается их реальность, верность. Ты меня извини, но я, Ирине Александровне, как историку, который взял и ответил на физический вопрос. Одну конфетку дали, но я ничего не понял, правда, из того, что Ирина Александровна сказала. Есть еще более точные формулировки. Принцип дополнительности Бора применительно к квантовой физике говорит о том, что чтобы наиболее адекватно описать физический объект, относящийся к микромиру, его нужно описать во взаимоисключающих дополнительных системах описания. Например, одновременно и как волну, и как частицу. Антону Николенко передадим конфету, да. Обучая Ферми любимому методу ящиков и ячеек, Юрий Борисович обратил внимание последнего на тот эмпирический факт, что в некоторые ящики больше одного предмета не помещается. Ферми задумался. Так, вот, наверное, надо идти вот к физику. Вот. Дима. Это может быть речь идет о статистике Ферми, то есть для частиц с полуцелым спином, что в одном состоянии может быть только одна частица. Совершенно верно. Аплодируем. Однажды Юрий Борисович застал Борна у доски. Как вы полагаете, коллега, верна ли эта формула? Спросил Борн. С некоторой вероятностью, уверенно ответил молодой физик. Борн задумался еще глубже. О чем задумался Борн?
Ну, тут могут быть предположения на самом деле. Есть предположения? Дима, есть предположения? О чем мог задуматься Борн? Александр перешел на личности. Нет, ну я просто вычленил физиков и теперь пытаюсь, значит... Разговаривать с ними? Да. Ты исключаешь все остальное аудиторию? Нет, нет, совершенно нет. Но просто я пытаюсь понять аудиторию, да. Все глубоко задумались. Ну давайте я тогда скажу. О чем подумал Антон Николенко? Возможно, в это время он думал над шрёдингеровской волновой теорией. Догадался, что волновая функция имеет глубокий физический смысл. Благодаря этому стало понятно, что квантовая механика является по своей природе статистической теорией, позволяющей описать частицы, состояние частицы лишь с определенной долей вероятности. Ну, если совсем уж грубо, любая, даже самая дурацкая теория верно описывает мир, но с очень маленькой долей вероятности. Ну вот на этом мы вопросы заканчиваем. Спасибо всем за активное участие и думание. Но мы продолжаем нашу встречу. Сейчас я хочу попросить Евгения показать небольшой фрагмент, двухминутный буквально фрагмент с Ландау. И мы немножко поговорим о Ландау и Румере после этого. Редкие кадры хроники. Однажды в Советский Союз приехал Нильс Бор. Ландау попал в кадр. Его вообще снимали очень мало. Когда 18-летним студентом начал всерьез заниматься наукой, СССР еще только расправлял свои могучие крылья. В настоящее же время Советский Союз является одной из великих научных держав, и Москва превратилась в один из величайших научных центров мира. Очень изменилось за это время и физика. Человеку далекому от физики трудно представить себе, насколько глубоко физика зашла в своем понимании законов природы и какая фантастическая картина при этом открылась. Картина настолько фантастическая, что человеческое воображение часто уже отказывается служить. И, может быть, величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. Татьяна Юрьевна, мы решили вас попросить прокомментировать это. Ну что, значит, они познакомились в Берлине в конце 20-х годов. Причем, значит, это тоже отец с известной долей юмора об этом пишет, что, значит, мы как два, так сказать, вообще, так сказать, две таких собачонка принюхивались к друг дружке. Кто знает, значит, кто больше, кто меньше, кто, значит, это... Ну, говорит, поначалу мне, я, говорит, скоро понял, что Ландау знает больше, но я вчера был у Эйнштейна, а Ландау не был. Потом началась действительно очень близкая дружба. И есть воспоминания замечательного физика, тоже близкого друга отца Фейнберга, который пишет о том, что впервые имя Ландау он услышал от Румера, и тот говорит, хочу поехать в Харьков поработать у Ландау. Тот спрашивает, а что Ландау... умный. Румер запрокинул свою красивую голову и прогудел. Это было интересно. То есть вообще папа, вот он Ландау очень-очень любил. Когда я была там ребенком, а дети любят задавать неудобные вопросы, я спросила отца, что не было ли ему обидно, что Ландау выцарапали, а он отсидел 15 лет. Он посмотрел на меня, как на чудовище. Вот он с таким, со страхом посмотрел на свою дочь и сказал, тот день, когда я узнал, что Ландау на свободе, был счастливейшим днем моей жизни. Я боялся, что он погибнет. И потом, так сказать, когда произошло это несчастье с Ландау, когда он там уже лежал разбитый после этой аварии, рассказывают, что переехали к нему из Новосибирска люди, и Ландау тяжело поднимает голову с подушки, спрашивает, вы из Новосибирска? И как там Румочка? Потом началась очень трогательная история, когда, так сказать, Фейнберг в 50-е годы встретился с Румером в Новосибирске, потом приезжает к Ландау и пишет записку ему, видел Румера. То есть понятно, что Ландау прослушивают. Тут говорит, пойдем погуляем, они выходят на улицу, Ландау уходит. Что можно сделать? Как ты думаешь, что можно сделать? И это действительно трогательная дружба. И тем не менее, она не была безоблачной.
Ландау плохо относился к пятиоптике и не мог этого скрыть. То есть он был действительно настолько, так сказать, научно честен, что он даже ради своего близкого друга не мог поступиться принципами, то, что называется. А для отца не нужно было такого признания, что вот, дескать, действительно друг, хорошо, тогда пятиоптика верна. Ему-то хотелось другого, и он пишет в роддом моей маме, которая родила моего брата в ссылке в Енисейске, он пишет ей, что теперь, когда у меня родился сын, я готов его именем заклинать Ландау, чтобы он прочитал мою пятиоптику. И мне снова и снова кажется, что это перебор. Не может научная теория такое занимать место в жизни, которое занимала для отца пятиоптика. И вот еще удивительно, что она не стала между ними. Не было обиды, что Ландау не принимает эту теорию. Папа даже говорил примерно так. Он говорит, ну, наверное, если бы у меня была возможность пару раз подискутировать с Ландау, так сказать, когда я создавал, ну, наверное, я бы быстрее отказался от этого. Ну, и для меня это, так сказать, всегда был таким вот вопросом трудным, потому что, давая, так сказать, тот или иной отклик на научную работу, что стоит этот отклик, высоконаучный, абсолютно объективный, что он стоит, если от этого отклика зависит не просто судьба твоего друга, а зависит его просто физическое существование, его жизнь. Мог ли Ландау поступиться своими научными принципами? Знающие его люди говорят, что нет, не мог. Такой вот, да, по этому поводу мои переживания. Спасибо вам большое. Спасибо. Моя миссия здесь историческую справедливость восстанавливать. Ландау, если и противился пятиоптике, то только лично в разговоре с Юрием Борисовичем. Публично он никогда ее не осуждал и не призывал прекратить заниматься ею. В 1952 году, Румер еще был в ссылке, состоялась научная дискуссия в отделении физико-математических наук в Академии наук в Москве. Юрий Борисович приехал туда с докладом, выступил. Все ведущие физики были на этой дискуссии, был и Ландау, и он говорил в таком ключе, что вот сейчас физическая наука находится в кризисе, и мы не можем знать, в каком направлении мы найдем ответы на наши вопросы, поэтому мы должны поддерживать различные исследования. И таким образом, после дискуссии было решено, что, ну, может быть, Румеру института не давать, но не мешать ему заниматься тем, чем он хочет. Ну, не дать просто умереть, да, не, с голоду. Ну, в общем, да. Вот это единственная, наверное, научная дискуссия, опять же, о которой я знаю, которая обошлась без каких-то идеологических штампов, без призывов чего-то усилить, продвинуть и укрепить. Это была чисто научная дискуссия в 1952 году. И еще на памяти у всех была сессия Восхнил 49 года, и готовилась, как я уже сказала, идеологическая дискуссия по физическим проблемам. Ну, Ландау еще говорил так, ну что же делать, спасибо, если Румочка сошел с ума? Последний пункт нашей сегодняшней научно-популярной программы – это игра традиционная. Александр, как куратор проекта, взялся и придумал. Мы хотим пригласить на сцену четырех добровольцев. Да, мы на самом деле решили... Желательно любящих поэзию. Да, такой филиал конкурса «Открой рот». Вот есть тут фанаты «Открой рота»? Безопасно. Да, она очень безопасна. Нужны, пилить не будем. Нужны чичики. Значит, маленькая вводная. На самом деле Юрий Борисович писал замечательные пародии на стихи. Да. «Открой рот» сразу, да. Нужны. Еще двух. Выходите. Пародии на стихи. Ну и понятно, что вот об этом ничего не говорилось о ранних годах. Но вот Лилия Брик жила там рядышком, да, на другом этаже, в одном доме. И да, вот с семьей Румеров. И все это вот все это было очень близко. Тогда она еще не была Лилией Брик. Да, тогда она. И Маяковский, это тоже круг общения.
значит, этих людей. И, собственно, вот об этом. Там стихотворение пародийное, называется «Баллада о твороге». Вот, и нужно будет 4 человека. У нас сколько тут? Идемте, нам мальчиков не хватает. Да. Нам нужно разбавить прекрасный цветник. На самом деле у нас в качестве подарка есть замечательная книжка, тоже биографическая. Леночка, идем. Тоже биографическая. Вот. «Фанаты, открой рота». Есть тут еще? Да. Ну как? Давайте. Ну. Классные стихотворения, короткие. Ну тогда первое, второе и третье. А четвертое мы попросим прочитать Татьяну Юрину. Да? Да? Четвертое Татьяне Юрине отдайте. Вот. Одну минутку мы подождем наших читчиков. Да, вы прям как мой сын. А читать тебе с выражением или без? Быстро или медленно? Громко или тихо? Маяковский. Владимир Маяковский. «Баллада о твороге», посвященная исчезновению творога в Москве. То есть пародия на Маяковского. Да. «Вам, проживающим за Оргию, имеющим в ванной теплый клозет, вам, говорю я, в городе творога не было и не будет и нет. Все это слухи и бабьи бредни. Никакие милиционеры, просто вышел творог последний. Чему могу привести я примеры? Госмолоко, магазинов номер 5, творогу пудов до 1000. А пошел народ, и как начал брать, через час творогу не сыщешь. Бросьте, граждане, слухи дуть. Тащите на стол куличи и варево. Прежде нужно вникнуть в дело в суть, а потом уже разговаривать». Браво. Говорят, что Маяковский, услышав эту пародию, сказал: «Как? Разве это не я сочинил?» Это пародия на известное стихотворение Ахматовой, которого, кстати, она во взрослом возрасте всегда стыдилась почему-то. «Я сегодня очень устала, над телом правит печаль, а творога очень мало, и творогу очень жаль. Он вошел, не слышни улитки, под пасхальный веселый звон. Как люблю я белые нитки от зачем-то снятых погон. Дорогой, не сочти за измену, нету творога, сохну с тоски, и на правую руку надену я перчатку с левой руки». Александр Блок. «О подвигах, о доблести, о взорах я забывал на горестной земле, когда с тобой искал я синий творог, чтоб в горнице поставить на столе. Но час пришел, и не был найден творог. Глухую ночь ты от меня ушла. И снится мне унылых пасах ворох, которых ты беспомощно ждала. Уж не мечтать о подвигах, о милой. Все миновало, молодость прошла. Сухой кулич, ненужный и унылый, своей рукой убрал я со стола». Вот я хочу все-таки несколько слов сказать, потому что вот раз звучали стихи, отец очень любил поэзию, очень любил стихи, читал очень здорово стихи. Правда, на мой вкус немножко занудно так вот, очень так монотонно, как настоящие поэты читают. Ну, здорово это, он очень любил. И я хочу сказать, что когда вот мы были маленькие, Гумилева не было, его не печатали. Поэтому Гумилева первого в своей жизни я только на слух с папиных слов. И «Капитаны», и «Шестое чувство», и, так сказать, весь Гумилев — это вот, так сказать, только со слуха. И когда я впервые увидела напечатанного Гумилева, была поражена, что ошибок нету, но очень близко к тексту. И еще я хочу сказать, вот я Александру показывала, у меня дома, так сказать, в архиве, есть документ, которого невозможно перенести в книжку. Это сшитый нитками на такой вот бумаге, на котором были исполнены чертежи самолетов, написано от руки стихи. Там полностью написано Анна Снегина, папой на память. Там написано его товарищами стихи Гумилев, Ахматова,
это то, что они создавали, так сказать, в тюрьме. Они писали стихи на памяти и по памяти, и читали их друг другу. И вот мне досталась большая честь, я прочитаю пародию Румора на стихотворение Гумилева «Я и вы». Оно большое, я прочитаю половину. Да, я знаю, я вам не пара, я сын африканских царей. Мне не нравится френч комиссара, но фиговый лист дикарей. Не для старой и скучной Европы стихи я свои сочинил. Тут папа очень гордился рифмой. Меня любят читать эфиопы в час заката при реве горил. Я как людоед из Нияса откормит жену и съест, а не любовник под рясой, что убьет и поставит крест. И умру я не на постели в тишины над ночным горшком, а в какой-нибудь дикой щели козерог, исходивший пешком. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, а сейчас у нас последний, наверное, такт вручения всяких подарков тем, кто хорошо задавал вопросы и хорошо отвечал. Да, да, я хочу подарить эту книгу человеку, который, на мой взгляд, задал очень важный вопрос, важный для меня. Вопрос, на который нет ответа, а вы знаете, что на хорошие вопросы ответов не бывает. И еще у меня просьба человеку, который эту книжку получит. Поскольку книжек очень мало, он должен обеспечить, чтобы минимум двое-трое его друзей эту книжку тоже прочитали. Так. Замечательно. Замечательно. Вот, давайте поаплодируем за замечательный вопрос, за выбор. Да. Спасибо. Задавайте вопросы в научном кафе. За это дают книжки. И мы в качестве подарка дарим вот такие замечательные академовские сумки. Это салон «Белка» нашим гостям. Вот про спорт и здоровье. Ирина Санна, а вы где? Вот, Ирина Санна. Спасибо огромное вам за то, что вы сегодня к нам пришли. Мы, я думаю, что все меня поддержат и поблагодарят вас сегодня за замечательную встречу, за ваши рассказы. Я надеюсь, что мы будем и дальше дружить, встречаться домами и рассказывать про физику, про Румера и про все хорошее. Спасибо всем большое.